На 70-м году ушел из жизни советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украинской ССР Ярослав Гаврилюк. Родился 29 октября 1951 года во Львове. В 1976-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карова. В 1976-1979 актер Львовского театра юного зрителя. С 1979 года и до конца жизни ведущий актер Киевского молодого театра. Известен театралом исполнением роли Голохвостова в спектакле «За двумя зайцами», играл эту роль множество сезонов подряд. Снимался в кино. Наиболее известен по роли Александра Грача в криминальной драме «Грачи», его экранного брата сыграл Леонид Филатов. Также снялся в лентах «Вавилон XX», «От Буга до Вислы», «Три гильзы от английского карабина», «Сказки старого волшебника», «Обвиняется свадьба» и другие. Скончался 25 июля 2021 года в Киеве от коронавируса.